Здравствуйте, дорогие и любимые студенты, преподаватели, выпускники и друзья Института современного искусства. Мне особенно приятно встретиться с вами накануне Нового года и Рождества. Эти даты, конец декабря, всегда особенные в нашей жизни. Мы ждем от них чего-то доброго, хорошего, какой-то сказки, какого-то волшебства, независимо от того, в каком возрасте, сколько нам лет и чем мы в данный момент занимаемся. Так вот, прежде всего, мне хотелось бы пожелать вам в эти новогодние дни, чтобы все те проблемы, которые есть в вашей жизни, все те болезни, может быть, напасти, какие-то неприятности, которыми обычно сопровождается любой год, но високосный, наверное, в этом смысле всегда рекордсмен, остались в старом году. А все новое, хорошее, доброе, все те взаимоотношения замечательные, все те творческие идеи, все ваши творческие планы, какие-то прекрасные события, которыми сопровождался этот год, перешли в 2017. И пусть они приумножатся в 2017 году. 2017 год – юбилейный для Института современного искусства. И поэтому мы возлагаем на него особые надежды. Пусть он будет связан с творчеством, добрыми, прекрасными человеческими взаимоотношениями, замечательными достижениями и с новыми планами. С наступающим вас! Храни вас Господь!